И в Зеленограде! Всем привет! Все, кто из Зеленограда, всем вам огромный привет! Мы около спортивной школы, я не знаю, знаете, вот где это, нет. Где-то около центра. Погода выдалась просто чудесная. Это Катя. Да. У нас с папой лучшие друзья. Давай, призвоним. И мы вот с такого возраста друг друга знаем. Да. И катастрофически редко видимся. Хотя живем не так уж и далеко. Да, это потому что я не приезжаю сюда никогда. Все, убежал мой ребенок. Класс. Он за листиком. Привет. Тимочка, помаши. Ты туда мамины волосы попали, да? Снимаешь? Да. Класс. Моя сестра репетирует себя лет через 10. Сколько тебе, 15? 14. Ну вот да, лет через 10. Почему через 10? А, через сколько? Через сколько? Раньше? 18? Да. Да. Ваньки, маленький. На! Оп, малышка моя. Вон наш бандит сзади бежит. Станет изменится. Может поменяться в этот раз. Специалисты говорят. Мамочки. 6 месяцев. Тимка. Ну, а я все о грудном вкармливании. Ля-ля-ля-ля-ля, да? Кормящие. Да. Ну, я уже не кормящая, но мамочки вообще все. Мы с Катей обсуждаем. Будет скоро как мастер-класс по грудному вкармливанию. Да. Скоро будет мастер-класс. Аня скоро выходит на работу. Буду вам рассказывать. Откуда выходишь-то? Я в центр для мам буду читать лекции по грудному вскармливанию. Поэтому не пропускайте видео, ничего не пропускайте, да, мастер-классы. Это, рекламируем. Это будет интересно и полезно для мам и будущих мам. Аня такая красавица у меня. Это моя сестренка красавица. Да, тебе нравится свой подбородок снимать. Ты можешь поднять, чтобы у нас было видно хотя бы немножко, привет. У нас есть лица, да, у нас есть не только подбородок. Масечка. Моя сестра. Да, это моя. Вон Тима там. А Тима по лужам. Племяш. Племяш моя. Вот все. Вот Тимка разыгрался. Даже домой уже не хочет ехать к Декстеру. Да, Тимочка? Там. А там вилочки. Вот я сейчас тебе открою. Вот смотри. Вилочки, все ящики, ножки, скажи, у бабушки все. Надо проверить, да, бабуля? Ой. Порядок навести. Вилки, ложки, поварёшки. Мы пришли в парк Горького, и невозможно много народу, мне даже непривычно. Мы в выходные никуда не ходим с мужем, потому что много народу. А тут муж уехал и с мамой, и с братом, и с Тимкой, конечно. Мы выехали в парк Горького, доехали на автобусе, тоже приключение. Народу тьма, просто погода хорошая, все вышли гулять, смотрите. Фантастика какая-то. Где там? Да, пойдемте к детской площадке. Площадка. Пойдемте, пройдемся. Пойдем, мы идем. Да. Хоть на людей посмотреть. Себя показать. Но себя показывать-то нечего особо. Что значит нечего? Вы такая красивая. Ваша четверка. Ты чего? Вон у нас оранжевая коляска. Мы сейчас пойдем посмотрим, Тимка, к детской площадке. О, смотри, сколько народу, вообще невозможно. Смотри, что там такое? Что там такое? Ой, чего? Здесь прям народу, все с колясками. Ну, многие с колясками. Да, да. Так интересно посмотреть, как люди во что одеваются, все такие модные. Да, да. Очень много модных прям. У нас в Москве вообще модно одеваются люди. Прикольно. Я лет в слоне была. Смотри, тусуются, стоят прям. А? Классно. Да. Стоп! Молодец! Все, беги дальше. Еще раз вон берет. Вышли на набережную. И тут не лучше. Смотрите, вся Москва вышла, мне кажется. В разные парки. Ну что, можем по мостику проехать? Поехали. Клево. Классно гулять. Здесь, наверное, вся Москва. Мне так кажется. Кто-то бегает, кто-то ездит. И вон там очередь за мороженым. Вон моя мама лезет с Тимкой. Он ее куда-то в гору потащил. Вон они за деревом.
Здесь тоже смотрите, как народу много. Смотрите, сколько. Прям обалденно погулять. Хотя я бы, конечно, сюда утром пошла, когда народ немного. Покажу, как ты классно съехал у меня с горки. Тима, это не горка. Это мы уже переоделись. Надо еще одну одежду брать свою, еще одну пару одежд. Посмотреть. Так, можно с этим билетом ездить в троллейбусе. Держи, Тима, билет. Покажешь его в троллейбусе. Всем покажешь, что там есть билет. Ребенка мы умотали. Он уже у нас грязный, уже и поскандалил. Бабушка водой из бутылки пила. Настя, любовь, как ты дедушку обнимаешь? Как вот с дедушкой, с прадедушкой, вот мои хорошие. Да. Вот. Дедушке пришел. Да? Дедушка, с дедушкой встретился. Вот мультики. Мужики смотрят. Тимочка, ну я тебя люблю. Возьмешь меня с собой на дачу, пожалуйста? Нет. А вот и наш второй мальчуган подстригся. И вот мальчуган подстригся.